Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня будем подготавливать к холодному копчению рыбу вот такой вот лакедра, золотистая лакедра. Есть желтохвост, ну это как бы все, семейство ставридовых, это все один вид рыбы. Желтохвост у нее, вот хвост такой желтый, здесь он не желтый, он такой металлический цвет у него. А у желтохвоста он такой желтый. А это золотистая лакедра. Сейчас она рыба-то выморожена, у нее вообще, когда она свежая, у нее все прям такая выраженная желтая полоса, и плавники вот у нее желтые вот такие вот. Все, приступаем к разделке. Сначала нам надо ее разделать, подготовить к засолке. Солить будем мы ее в рассоле, в тузлуке. Насчет рассола расскажу попозже. Поехали. Надрезаем вот здесь хвост, вот здесь вот хвост, надрезаем и хребет. Надо нарезать, но шкуру не прорезаем. Вот так вот оставляем. И для того, чтобы вышла кровь. Выходила кровь. И, соответственно, вот здесь, где жабры, вот так вот оставляем ее. Надо избавиться как можно больше от крови, и во время засолки она будет выходить быстрее. Удаляем, соответственно, жабры. Пузо распарываем. Вот она от анального отверстия и до вот этих брюшных плавников. Все. Вот здесь делаем надрез, ну, чтобы удалить. Для чего это делать, чтобы вот здесь вот остался жир, он остался, чтобы в рыбке он остался. Когда мы здесь разрежем, если полностью его разрезать, то этот жирок весь будет потом, когда вялится, коптится, он просто исчезнет, а так будет невкусно. А так она будет сочная, вкусная рыбка. Все, кишки удаляем. Потом вот это все вычищаем. Всю эту кровинку там, которая будет позвоночная. И промоем. Промоем просто холодной, прям ледяной водой. Все, поступаем к следующей рыбой. Вот смотрите, видите, как кровь сразу начинает бежать. Вот она выделяется. Так сказать, обескравливаем ее, чтобы было меньше крови у мяса. И так качество мяса будет намного вкуснее. Вот так вот, вот видите. Ну вот мы рыбку промыли, она внутри совершенно чистая, все, очистили там. Чем больше мы избавимся от крови, тем, вот видите, кровь вам все будет выходить, а во время засолки будет выходить. Чем больше избавимся от крови, тем будет мясо намного вкуснее, намного нежнее, я имею в виду крови, именно, которая идет в позвонки, и не будет кровяных подтеков в мясе. Это вот именно в лакедре, вот этих во всех тунцовых рыбах, вот это ставридовых рыбах, вот таких вот лакедровых, я имею в виду, из серии лакедры. Вот надо избавляться от крови. Обязательно. Вот он там еще идет. Вот почему делаем надрезы вот эти вот. Приступаем к засолке. Рыбку я обязательно предварительно взвесил. Взвесил уже после того, как ее почистил. Здесь у меня получилось ровно 3, ну, там 3,20. Вот с трех рыбок они по килограмму каждая. Ну там килограмм 5, килограмм 10. Короче, берем за 3 килограмма. Для этого количества рыбы нам надо приготовить 3 литра рассола. Я, конечно, уже приготовил. Это рассол, сейчас расскажу про него, его состав именно. Ну вот я налил рассол в 3-литровую банку. Ну, чтобы не ошибиться, что 3 литра на 3 килограмма лакедры. На литр рассола здесь у меня 70 грамм соли, 30 грамм сахара. Соответственно, на 3 килограмма 210 грамм соли, 90 грамм сахара. Вот они 3 литра. 1 литр рассола на килограмм рыбки, лакедры. Заливаем. Рыбку. Берем подходящую тару. Я уже в тару переложил. Подходящую под размер рыбок. Ну и заливаем рассолом. Все, видите, рыбка полностью покрыта рассолом. Сейчас мы еще сверху придавим тарелочкой, чтобы она не плавала. Закроем крышкой и отправим в холодильник на нижнюю полку. Ну где-то температура, чтобы была 5, ну максимум 7. Желательно от 3 до 5 градусов. На 2 суток. Рыба за это время всю кровь отсюда выпустит. Она просолится, она не пересолится, ничего. Здесь содержание соли соответствует количеству, я имею в виду, тузлука и рыбы, и соли, и сахара. Все, встретимся через 2 суток, она будет малосольная, не пересоленная, вкусная, и будем ее начинать вялить, а потом коптить. Вот смотрите, прошли сутки,
Вода чуть-чуть покраснела, крови минимально. То, что можно сказать, мы ее все выдавили почти. И вот остатки крови выходят из рыбки. Ждем еще сутки и дальше продолжим готовить. Вот прошло двое суток, как мы засолили лакедру. Вот смотрите, какая она получилась. Мясо у нее, видите, все розоватое такое, просоленное. Она плотненькая стала, вообще еще плотнее, чем была. Крови, смотрите, вот почти нету, она вся вышла. Мы ее изначально, можно сказать, удалили. Все, сейчас будем вешать ее в ШВС и будем вялить. Ну, я думаю, не менее суток, потому что она вот килограммовая такая, и она провялится, чтобы спинка вся провялилась, чтобы она была вкусная. Но потом покоптим. Вот смотрите со стороны хвоста. Видите, какое мяско у него. Видно, что просоленное. Все, можно сказать, можно ее сейчас уже нарезать. И прямо такой с лучком, с маслицем. Перчика черного молотого добавить. И кушать. Но мы будем ее коптить. Ну вот в таком состоянии лакедра будет вялиться. Поставили распорочки. Температура вялки 22-25 градусов. Будем вялить в течение суток с периодичностью. 3 часа будет она вялиться, час будет отдыхать. Нам надо именно ее проверить, чтобы мяско было проверенное, созревшее, чтобы вот здесь вот все мяско было проверенное. Ну все, вялим. Ну вот смотрим, что у нас произошло за сутки вялки лакедры. Вот она, мясо провяленное, плотное, просоленная. Сейчас будем отправлять ее в коптилку для холодного копчения электростатическую москит и будем коптить. Ну вот так лакедра будет коптиться в электростатической коптильне. Так, вот здесь вот от чипы волосок, вернее от перемычки этой, сейчас мы его уберем, чтобы не было замыкания. Также проверим все на замыкание, работу электростатики проверим. Как это перед каждым копчением делать. Здесь у меня скумбрия, селедка тоже будет коптиться. Нас сейчас интересует именно лакедра. Коптить буду на лихе. Коптить буду в течение часа. Больше не надо. Перекоптим. А перекопченая тоже невкусная. Должен быть аромат дыма. Легкий аромат дыма. Температура копчения будет 25-28 градусов. Температуру копчения также можно регулировать зольником, если слишком начинает быстро расти температура. Что мы делаем? Отключаем зольник, и дровишки сами по себе там потихоньку дымят. Проверяем все расстояния. Чтобы было расстояние менее 2 сантиметров, это минимум 2 сантиметра должно быть от этих излучателей расстояние. Проверяем также работу статики вот ниточкой. Это делается перед каждым копчением. Видите, все работает. Выключаем. Включаем нагрев зольника, закладываем дровишки. И начинаем коптить. Ну, пока коптится рыбка, расскажу маленько о коптильне. Как она установлена? Установлена она мне вот на поддоне. Поддон сделанный. Вот это все грязное, это все рабочие моменты. В коптильне без грязи никуда, когда коптишь. Так вот она у меня установлена. Вот так вот она у меня подключена. Заземление обязательно сделано. Вот заземление идет. Ну и туда. Здесь у меня холодильник стоит. А дальше ШВС за холодильником. Вот такая вот обыкновенная вытяжка бытовая, купленная на Авито за 500 рублей. Вот так вот я нижнюю крышку открыл, просто положил ее сверху, нижнюю крышку открыл, вот так приоткрыл. Вот смотрите, там дымок идет. Сейчас выключу. Вот видите, идет дымок. Включаю. Все, вытяжка работает. Коптильня у меня стоит в капитальном гараже, 17 квадратов. Здесь у меня не одна, а две коптильни уже. Все размещается. И вытяжка, вон, видите, вот так вот сделана.
И он туда выходит, как сказать, в этот, вентиляцию гаража. Все, никакого дыма, ничего нету. Рыбка коптится. Температура зольника, видите, уже давно погас дым. Температура в зольнике 270 где-то градусов. На этом и будем держать. Вот так вот она у меня установлена. Дым нигде не идет, зольника не идет. Много делают ошибок, что эту коптильню рядом ставят туда ШВС. И одновременно коптильня и ШВС работает. ШВС дует под коптильню. И, соответственно, выдувает все с коптильни. Вот так с зольника. И дым с зольника вот отсюда вот валит. Вот отсюда вот он валит. Здесь у меня вот такая вот ванночка железная. Туда водичка постоянно находится. Ну, под ванночкой там полотенце постелено. Ванночка стоит на кирпиче. Вот так вот у меня есть керамическая плитка, как бортик сделан. Просто обыкновенная керамическая плитка. Перевернул ее, как бортик сделал. Еще что, почему дым-то с зольника-то идет у многих? Вот видите, ничего не идет. Там все тлеет, все горит. Все нормально. Так, сейчас я отключу холодное копчение. И вот проведем эксперимент. Вот смотрите, просто толкаю коптильню. Просто ее толкнул. Видите, дымок с зольника идет. Соответственно, также и когда работает вентилятор или сквозняк, под коптильню выдувает все. Ну, дует под коптильню, и отсюда дым валит. Ну, соответственно, она регулирует подачу дыма, чтобы дым... Здесь у меня ведро, он, так сказать, под мусор и вот под эти уголешки, которые... Коптить лучше в этой коптильне на дровах. Лучше на дровах. Там сзади вот эта белая шторка, у меня там сзади канистры, дровишки, щепа. Вот там вторая коптильня у меня стоит, хака, тоже работает. Сейчас в данный момент она работает, обкоптится орехи. Ну, как-то вот так вот она у меня установлена. Работает уже более полутора лет. Никаких пока замечаний, ничего не менял. Здесь клики какие-то. Ничего не менял, ничего не дорабатывал. Температура в гараже у меня 15 градусов и выше. Ну, от 15 до 20, круглогодично причем. Сейчас на улице больше 30 градусов мороза, минуса. Минус 30 где-то. А в гараже плюс 15, отапливаем гараж. При горячем копчении, если температура будет меньше хотя бы 10 градусов, то вы будете долго-долго эту камеру нагревать. Это не термокамера. Это коптильня. Коптильня для холодного копчения. Холодное копчение вообще здесь идеально все делается, без проблем. А для горячего копчения нужно, чтобы была температура больше 15 градусов. И тогда у вас коптильня будет нагреваться до 85-90 внутри камеры. При 110 градусах на терморегуляторе ставите. Максимум будет нагреваться до 95, а это достаточно для горячего копчения любого мяса, любой рыбы горячего копчения. Вот такой вот кратенький обзор, пока у нас там коптится рыбка. Ну и меры предосторожности, все равно это электричество, как-никак, надо, здесь можно коврик, у меня вот доска лежит, здесь можно коврик резиновый постелить, хоть она и на подводе деревянном. Заземление надо делать обязательно, даже если заземлена розетка, то лучше коптильню заземлить. Но еще раз напомню, что это коптильня, это не термокамера. Термокамера, она предназначена только для горячего копчения. В термокамере холодное копчение сделать сложновато. А в этой коптильне можно сделать как холодное, так и горячее копчение без проблем. А термокамеру, ну, можно сделать без проблем, если вот надо много наворотов, чтобы было все электронное. Покупаете духовой шкаф обыкновенный, 1017-20, который стоит этот духовой шкаф. Со всеми электронными там таймерами, температурами и так далее. Покупайте дымогенератор хороший, 1000 за 10, получается 30 тысяч. Сверливайте дымогенератор этот в духовой шкаф, и будет у вас камера для холодного, ой, для горячего копчения. Отличная камера для горячего копчения. И еще один совет по камере. Во время копчения, когда дым внутри камеры, именно дым внутри камеры, когда вы уже коптите, не подготавливать продукт к копчению, когда он там прогревается, щупотнули, прогрели до температуры готовности,
и пустили дым там буквально 30-40 минут. Надо опустить дым со статика, и у вас будет копченый продукт. Во время копчения, когда там дым, камеру не открывать. Если когда вы открываете камеру, соответственно, разность температур, в камере больше температура, в помещении меньше температура, у вас будет образовываться там еще больше конденсата. И при открытии двери, когда вы закрываете дверь, у вас опять же зольника повалит дым. Так что вот еще один совет, когда дым там в камере, камеру не открывать. Ну и насчет окна, вот здесь вот в этой камере, у двери, я не вижу смысла в этом окне, потому что оно закоптится и там ничего не видно. А с другой стороны, вы же там готовите курицу, мясо, доводите до готовности с термощупом. Надо доводить с термощупом. У вас же термощуп наружу, вы видите, вот эти электроны с проводком которых. И вы видите по температуре. Довели до готовности продукт, убрали термощуп. Камеру уже можно будет отключить, вот это горячее копчение, нагрев камеры. Можно уже будет отключить его и просто пустить дым холодным. Там будет тепло в камере, оно будет остывать постепенно. И горячее копчение у вас будет идти уже с дымом в течение буквально 40, ну час это максимум оно будет идти. И она у вас все прокоптится, готовый продукт. Также можно этот продукт приготовить в духовке, повесить в эту камеру, ну и закоптить ее просто холодным дымом, без всякого нагрева камеры. Ну и на расчет распределения дыма в камере, так никогда не делайте во время копчения, открывайте, это я. Просто показать. Вот смотрите, дым по всей камере. Вот кедр уже 40 минут коптится. Сейчас еще 20 минут и будем доставать. Ну и насчет конвекции в камере. Вот эти вентиляторы в камеру и так далее. Я не знаю, но лучше будет или хуже. Я не пробовал. Я коптильню покупал, чтобы работать на ней, а не чтобы дорабатывать или что-то там делать в этой коптильне. Если вы соблюдаете все режимы, если у вас коптильня стоит в помещении, а не на улице в минус. Коптильня для помещения, не для улицы. Для работы в помещении при плюсовой температуре. То у вас все здесь будет работать и все будет получаться. В термокамерах очень сложно сделать холодное копчение. Можно сделать, конечно, ничего, но надо постараться. Это все зависит от температуры окружающей среды и так далее. В этой коптильне, так как копчение идет быстрое, быстрое копчение в течение часа-полтора, в термокамерах надо холодное копчение и 6, и 8, и 10, и 12, и сутки коптить. За это время температура там, в термокамерах, меняется, все зависит от окружающей среды температуры. А здесь вот установилась туда температура, здесь при холодном копчении у меня температура ни разу не поднималась больше 30 градусов. Ни разу не поднималась. И процесс копчения проходит за час-полтора. Именно холодное копчение. А в термокамерах это добиться сложновато. Можно, конечно, все это, если знаешь, как все это делать, если знаешь, как коптить, то можно, конечно, соблюдение температуры, все это сделать. Как-то так. Здесь коптильня сделана из нержавеющей стали, которая магнитится. У многих бытует мнение, что нержавейка не магнитится. Это они глубоко заблуждаются, не буду подаваться в подробности металловедения, что нержавейка есть ферритный класс, которым магнитится, а есть аустенитный класс нержавейки, который не магнитится, и она не ржавеет. А вот коптильня, вот эта хака, сделана из нержавейки аустенитного класса, и она не магнитится. Но это все оба класса, это все нержавейки, и металл не ржавеет. Вот видите, сделано не из нержавейки, и она вот коррозией покрывается. Надо очищать, чтобы она не проржавела. А сама вот сталь, она нержавеющая, но она магнитится. Многие зададут вопрос, а зачем же я приобрел вторую коптильню Хаку для горячего копчения, раз это такая идеальная? Отвечаю, для экономии времени. В этой коптильне, вот в этой Москит, я делаю горячее копчение, сделал, а после мне надо сделать холодное. А для того, чтобы сделать холодное копчение, мне после горячего копчения его надо полностью отмыть, высушить, а это часа 2-3 работы. Только из экономии своего времени. Поэтому я купил вторую коптильню для горячего копчения. Также и в этой коптильне я делаю горячее копчение, если у меня много коптить горячего копчения, то я в этой делаю, и в той коптильне Хака. А если холодное, то, соответственно, вот здесь вот постоянно холодное копчение.
Если для холодного копчения здесь можно 10-15 копчений сделать без мытья коптильни, то горячее копчение, после каждого горячего копчения надо коптильню отмывать. Ну вот прошло 1,5 часа с того момента, как мы загрузили дрова в зольник. 15 минут на рожек, час она коптилась холодным копчением, и 15 минут просто выходил дым. Открываем и смотрим на нашу лакедру. Вот смотрите. Вот такая вот красавица получилась. Сейчас у нее цвет еще наберет. Буквально еще часов 5-6 мы повесим в ШВС. Так, час-два обдуем, и просто она повисит. И она еще больше цвет наберет, и будет красивая. Ну вот мы и закончили весь процесс. От засолки и до коричневого изрулята рыбы от лакедры. Так, шпажки я уже убрал. Вот такая вот рыбка. Ну, сейчас обязательно разрежем и попробуем. Голову. Вот смотрите, какая внутри. Вот такая вот она красивая внутри. Видите, крови нету, мы кровь все, можно сказать, убрали. И все, вот такая вот она. Сейчас мы ее будем пробовать на вкус. Рыба очень вкусная. Прям очень вкусная рыба. Мясистая, мало костей. Жирненькая. Но жирненькая, это если вы берете именно осенне-зимнюю лакедру. Вылов осенне-зимний. Горячего копчения будет суховатое. А вот для холодного копчения рыбка вообще бомба. Малосольная, вкусная, обалденная. Всем приятного аппетита. Пользуйтесь этим рецептом. Рецепт проверенный не один раз. И еще раз всем приятного аппетита и до скорых встреч.